Туристский маршрут Мурманской области «Терский берег Белого моря» занял первое место в одной из номинаций премии Russian Traveler Awards 2023. На маршруте, посетив Терский берег Белого моря, турист может узнать о жизни и обычаях поморов в этнографическом музее культуры и быта в поселке Умба. Увидеть наскальные изображения, оставленные древними людьми в музее-заповеднике Петроглифа Конозера. Ощутить себя настоящим помором в историко-этнографическом комплексе Таня Тетрина. Отправиться к геологическому памятнику природы аметиста мыса Корабль и даже прогуляться по самой северной пустыне к Кузаменским пескам. В селе Варзука осмотреть старинные деревянные церкви и прикоснуться к шедевру деревянной шатровой архитектуры церкви Успения Пресвятой Богородицы.